Что бы ты сделал? У меня не получится прекратить свою печаль. Как плохие новости. Симба-младший погиб. И вот даже есть письмо. Дорогой мистер Качал, спасибо просто за то, что ты подписался на мой канал. Сегодня я уже практически погиб из-за течения легких. Я не буду запускать видео, так как ты уже взрослый. Я предлагаю продолжать в том же духе или подвести меня. Удачи тебе, Симба младший. Я как не думал, что он может погибнуть так. Отец, они заведут нового Симбу. Тогда наступит будущее, новое будущее. Друзья, а как вы думаете? Сможет ли хоть как слушать и прибрануться ли новый Симба? Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Спасибо за просмотр и всего доброго.